спрашивают, как стать успешным, богатым, как ты. Это просто. Делай, как я. Это рвань будет просто. Перед тем, как я скажу, что будет здесь, меня зовут Олеся Елахина, ученица 9 класса. Я хочу показать о том, как живут харьковчане и как развивался Харьков после СССР. Включайте. В Харькове закупили новые троллейбусы и автобусы в 2010 году. Новые дороги. Открывают новые станции метро. Закупили вагоны в 2019 году в Белоруссии. Строят новые дороги. Высаживают красивые клумбы. Это сейчас, на данный момент уже? Я не знаю, это скачивается интернет. В Сарженом Яру и парке Горького сделали реконструкцию после СССР. Психическая 15-я больница. Там появились сейчас новые скорые помощи. Психическая 15-я больница. Че? Вы серьезно? Черепашки, еще экзотические рыбки есть. Бесплатная медицина. Наша школа до ремонта, после ремонта. Новые окна. Молодец, Алис, умница. Качественное образование. 2017 год. Милиция стала полицией. Детские площадки СССР, детские площадки 2019. Да. Можно лавочек прогуливать с друзьями и почитать книжечку. Открывают центр по защите животных. Это нормальная тема. Строят новые зоопарки. Устраивают марафоны по бегу по городу. Для них в парке большие аллеи. Марафон по велосипедам. Можно взять велосипед в аренду на любой остановке. В каких точках. В этих соревнованиях может принять любой человек участие. Приходите, регистрируйтесь. Для развития спорта воркаута в каждом дворе установили турники. Там же развивается скейтбординг. Самокатеры. Роллеры. Для них открыли специальный скейт-парк. Развлечения для харьковчан. Бесплатный цирк, в котором вы можете принять участие любой человек и выиграть призы. Акробаты в цирке в этом бесплатно. Это воркаут. Немного не так назвала, не придирайтесь. Работа сделана колоссальная. Согласна. Проводят бесплатные концерты для харьковчан. Это делает Геннадий Фернес и Константин Лобойченко. Заместитель... Там написано. Развитие моды. 60-е, 70-е, 80-е. 90-е, 2000-е. Если честно, я вообще уже ничему не удивлюсь. Thank you.
метод будут всегда максимально души. Вкратце, всегда проходили у нас концерты максимально круто. Это, наверное, вообще не самый лучший концерт. Вот. Спасибо вам за ваше очень доброе сердце. Остановитесь! Вот моя аудитория, она умная. Приготовил чаю, бутер с маслом, кинул на поднос и сразу уронил всю хавку на пол и пошел за...